Ребята, привет, привет, так, наверное, как раз скажу. Гуляем по магазину, закупаемся продуктами немножко. Цены, конечно, прям растут на глазах. Раз и два. О, кстати, хорошая колбаска такая. У нас еще полукопченого то осталось, который мы брали с собой дорогу. Там еще пол этой, надо ее доедать. Вот, ну так по мелочи берем кое-что. Вон уже абрикосы новые взяла. Ну, дома будем, я уже покажу. Ну все. Мы завтра на ГАИ даже поедем со знаком. Так вот сейчас наклеим. Будет красота. Вот. На машинку. Знак. Осторожно, водитель. Я там еще один, кстати, знак заказал. На лобовуху. Там понять и погасить. Или да, вспомни себя. Ты сам таким был. Да-да-да. Смотрите, как цветет здесь прям. Красота. Белая сирень. Здесь прям вообще красиво. Там белая сирень, фиолетовая. Уже сейчас идем, везде цветет. Вон, смотрите, сколько веточек. Очень красиво. Надеюсь, что ее драть здесь не будут. Хотя некоторые, наверное, берут. Но очень красиво. Такая красивая, белая. Я помню, с детства, знаете, постоянно это искала цветочки с пятью лепесточками, шестью, и ела их. Загадывала желание. Кстати, одно из желаний было как раз купить машину. Видите, желание исполнилось. Трах тебе дох, тебе дох, тебе дох. Все, желание исполнено. Тут купила этот скользящий коврик. Что такой маленький вообще? Я думала, он побольше. Да, я его в одно место приклею. А вот на эту панель тогда еще один закажу. Вот, ну и знак. Вот так вот сейчас приклеим. Специально для тех Hyundai. Так, все. Счастливые, довольны. Смотрите, здесь парковка запрещена. Здесь только для инвалидов. А паркуются здесь очень часто. Не инвалиды. Хотя, кто их знает. Так, ну так вот думаешь, да? Да, с края клеится. С края, а может сюда вот? Чтобы видно было, чтобы он под козырьком. Видишь? Вот. Ты его давай открой, посмотрим. А то хрен его знает. Что-то у меня как-то аккуратненько не вселяет доверие. Он пленка, надеюсь. Ну-ка. Пленка, да. Ну там, я так понимаю, отклеиваешь, да? Да, и клеишь. Просто. Ну что, давай вот здесь тогда. Ну вот здесь, да? Примерно. Так, даже пизду. Так, в общем, вот так вот, да, будем клеить? Да. Вот так вот. Верно, где-то так. Давай. Тряпочка там натирай здесь. Сейчас она высохнет, будет хорошо. Слушай, а коврик что-то я забрала, он такой маленький. Да, ты что хотел. Он вообще какой-то, блин, милипучка. Я тогда себе его вот здесь вот поставлю, на панельку для камеры. А вот туда на большую я тогда еще один коврик закажу, чтобы полностью закрывало. Чтобы можно было камеру везде ставить. Повыше, повыше. Вот, антибактериально. Обезжириваем поверхность. И тряпку не выкидываю. Сейчас это еще чуть протрем. Все наклеим. Будет красиво. Сейчас надо, чтобы высохло. А я еще хочу, знаете, купить наклейку «Пират». Вот такая прикольная. Можно вот сюда. Еще, кстати, видела классные наклейки. Прямо сюда вот клеится на бак. И указан. Все. Дом безумца. Это что? Что, нифига себе. У кого-то белочка? Кто-то белочку? Белочку спросил, да? И, короче, вот здесь вот клеится, и типа наклейка, какой бензин. Это для парковок, ну, заправок. АИ 95. Да. Тут плохо сухнет. Не высыхает. Высыхает? Ну, сейчас высохнет, и... Давай. Красота. Не трогай руками. Ну, ты же обезжирил, и еще там локи тянет. О, красота. Теперь наша машинка. Указано, что она у нас новенькая. Все. Чай. Давай, аккуратненько затирай. Все. И прям, знаешь, это продави ей краешки. Все, антибактериальная. Ты ж не надо так делать-то. Ну все, красота, лепота. Пойдем коврик лепить. Ну я, понимаешь, он маленький. Я вот что думаю, может быть вот сюда вот ее, у него, вот так вот. Или вот так вот.
А это, хотя, это красиво будет. В принципе, камеру-то я могу здесь ставить, да? Она здесь ровная достаточно поверхность. То есть вот так вот раз поставил сюда, и красота, и ровненько. Тогда вот сюда поставлю, и будет по центру. Слушай, а как лучше, вот так вот Hyundai? Или вот так вот Hyundai? Зачем? Чтоб там было видно, что Hyundai. К себе, да? Вот так, да? Ну, все. И вот сюда можно будет камеру ставить, чтобы она снимала тебя или меня. Все. Видите, мы блогерское место подготавливаем. Сейчас приклеим. Нет, смотрите. Видите? Этого не было. Это птичка ебнула, вон с той стороны. А здесь даже этих-то нету. Ладно, хоть птичка не пошла, блин. Пиздец вообще. Охренеть. Видите? Да уж. Вот так вот у нас получилось. Ну, получается, птицы это бич нашего времени. Там Вовка говорит, вообще там все обосрали. Вот это такой вот ковричек. И обосрали, и стукнули, да. Что, нужно к этому привыкать. Ну, что, нам говорили, что, если что, лобовуха сколько стоит замена. Будем иметь в виду. Так что вот, каждый раз что-то такое. Раз, все. Ну, это, кстати, не было. Появился. Слушайте, а прикольный этот коврик. Действительно, прям вот антискользящий. Смотрите, раз, вот так вот если вот съехать, он прям очень так держит хорошо. Или вот так вот, классно. Ну все, в принципе, нам такого и хватит. Он нормально держится. Красиво уже. Не, все хорошо вроде, нормально все. Не, ну вот здесь, конечно, вот я даже не знаю вообще, как, кто это, птица, не птица. А было-то, знаешь, у нас нормальное... Получается, не Ленина. 14-й год. А вот из-за этой птицы... Пиздец. Ну, можно ездить, Коль. Ну, можно-то можно. Трещина будет, да, да. А вот здесь, кстати, прикольно. Здесь прям даже видно пленка. Пленка, да. Вот так вот. Толстая, чувствуешь? Кстати, да. Нет, так-то вот так вообще издалека-то вообще и не видно даже. Так. Ну, я-то человек, понимаешь, сам. Пленочка, пипочка. Нет, так прикольно, кстати, кожа. Я хочу вот эти поставить, как Иван говорит. Броня эти. На год... Это мойте, на год полируют, пускай. Ага. И покроют, говорит, это бронепленкой. А, фарты? Да. Потом, говорит, когда... Они, кстати, в пленке, по-моему, нет? Нет, они без. Без? Когда, говорит, это пожелтеет пленка, пленочку сняли. И новую, да? Угу. И все. И вот такая масенькая котушка. Не, вот так, знаешь, вот смотришь издалека, вообще не видно. Все равно вот эта точка будет меня раздражать теперь. Я же такой человек раздражительный. Мне каждая штучка будет бесить. Ну что мы хотим? Машина-то 8 лет. 9. Ой, в общем, вот так вот. А у нас распаковка, товарищи, понимаешь ли. В общем, все, машинку мы подготовили. Завтра в ГАИ поедем уже все как красавчики. Коврик, кстати, прикольный, я сама не ожидала. Вот, наклеили все, что надо. Смотрите, мы еще сегодня зашли в Спар. И покажу, что мы купили. Так, но это еще не все. Здесь только овощи. Давайте я сейчас сразу выложу. Все. Остатки сладкие. Так, тут у нас еще хлебушек. Такой, знаете, вкусненький. Так, здесь у нас еще очень вкусные такие абрикосики. Взяла попробовать. Они, конечно, не дешевые, но попробовать стоит. Так, дальше у нас сардельки. Причем сардельки у нас говяжьи какие-то новые. Ой, кстати, пахнет классно. Так, у меня здесь капуста еще лежит. У меня тут не ложатся. Так, дальше. Конечно же, месье колбасье. Так, и две упаковки. У меня здесь шашлык и овощи. Так, у меня здесь что-то уже подтекает. Так, во. У меня есть овощи-гриль, смотрите. И шашлык. Потому что на шашлык мы пока не выезжали. А вот, ну вообще, давайте покажу, что у нас тут есть. Что у нас тут есть? Смотрите, взяли горошек вот такой зеленый, нежный. Вот, он у нас стоит 99 рублей. Вот, хочу сделать, знаете, винегрет. Что-то давно, кстати, не ели. Точнее, ну сколько? Ну, месяц, наверное, не ели. Вот, мне очень нравится винегрет, поэтому сделаем винегрет. Дальше. Взяли вот такую колбасочку. Колбасочку. Она у нас языковая, балыковая и что-то там еще. Вот, стоит она у нас 649 рублей, она, кстати, очень вкусная. Здесь реально прям такие, знаете, кусочки мяса. Ой, пахнет просто великолепно. Вот, вышел нам вот этот вот наборчик на 276 рублей. Дальше, сардельки, по сардельке.
Какая-то новая, знаете, новые сардельки вышли у Чернышихи. Сардельки говяжьи оригинальные. А вот, стоят они недешево, 599 рублей, но вообще как бы это говядина считается, и они хорошие. А вот, вышли нам 4 сардельки на 271 рубль. А вот, вроде пахнут неплохо, неплохо, неплохо. Надеюсь, на вкус они тоже будут очень вкусные. Дальше. Взяла пасту. В спаре, конечно, она не дешевая. Sensitive Splat. 149 рублей. Вот такая вот у нас. Здесь 100 грамм. А то у нас паста заканчивается. И надо пасту. Ой, пахнет так классно. Вот, вот такая вот пасточка внутри. Я обычно стараюсь брать пасту Sensitive, потому что она, мне кажется, лучше всего. Надо положить. Так. Взяла капусту, девчонки, молодая, хорошая капусточка, стоит по 89 рублей килограмм, у нас уже завезли, вот, я взяла прям, знаете, она прям молодая-молодая, небольшой кусочек, здесь сколько, грамм 700, может быть, вот, молодая капусточка, обдрала верхние листочки, она прям вот ее бери и делай, хочу, знаете, после того, как у нас сейчас закончится суп с фрикадельками, сделаем, наверное, какие-нибудь щи. А вот, с молодой капусткой будет очень вкусно. Дальше, морковку взяла. Морковка вроде тоже молодая, но я, честно, в этом не уверена. Не знаю, сколько она стоит, что-то не обратила внимания. Вот, редиска. Редиска у нас по 99. Знаете, стояла, что-то смотрела. И вот этот вот парень, который там занимается овощами, фруктами, а вот, он прям только-только свежатинку вывалил. Я такая, надо брать. Взяла вот такой вот редисочки. Не знаю, сколько тут. Ну, в общем, по 99 рублей у нас она. Также взяла еще лучок. Лучок мне прям очень понравился. Такой, знаете, прям красивый, прям вкусный, надеюсь. А вот такой прям, знаете, прям как будто отборный. Стоит, по-моему, 49 рублей, если я не ошибаюсь. Дальше. Так, лимонный сок. Мы очень любим в чай добавлять. Это у нас лимонный сок, вкус лайма, сицилийский лимон. А вот. Что у нас? Стоит он, кстати, по-моему, 89 рублей, 99, точно не помню. Так, дальше. Вован нашел масло очень хорошее, 1000 озер. Оно было по акции, 159 рублей. Вот такое классное масло. А вот, свежее, вкусное и замечательное. Знаете, мне очень нравится. Бросаешь в морозилку и, пожалуйста, пользуешься. Так, дальше. У нас здесь еще, смотрите, вот такая творожная масса. Спаровская, стоит тоже где-то, по-моему, 89 рублей, вам он очень нравится, он прям балдеет. Давайте сделаем. Заставки. Так, здесь у нас абрикосы, не знаю, какие вкусные, невкусные, сегодня попробуем. Вот, узбекские, по 329 рублей, надеюсь, они вкусные. А вот, ну, как говорится, время покажет. Хлебушек мягкий, вкусный, замечательный, такой, знаете, гречишный, или как называется, по-моему, тоже 49 рублей. В общем, у нас в паре, знаете, как фикс прайс, постоянно все по 49 рублей. Взяла еще на ужин шашлык небольшой, шпажку, она прям свеженький такой лежал, 426 рублей получилось. Он у них по 1359, кстати, он немножко подешевле, был по 1399. Вот это сейчас на 50 рублей дешевле сделали. Ну и взяла овощи. Овощи здесь у нас кабачки, баклажаны и перец на гриле. 416 грамм по 659 рублей. На 274 рубля. Вот, мне очень нравятся овощи на гриле. Там, знаете, сверху можно аджички добавить, и будет очень вкусно. В общем, вот такая вот у нас небольшая закупочка получилась по мелочи. Вот, зашли, купили. Вот, в общем, машиночка наша готова, все, что надо, мы наклеили. Вот, надеюсь, она и дальше будет нас радовать, и мы будем получать от нее удовольствие. А как меня, знаете, учил Владимир, что если там какие-то мелкие сколы, там туда-сюда, это жизнь, нужно к этому привыкать, потому что, знаете, ну, shit has happened, и, как я уже говорила, говно случается. Вот, мы, к сожалению, ни от чего не застрахованы, и вот, и, ну, все, что возможно, там может случиться. А мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всех люблю, всех целую. Всем хорошего настроения. Пока-пока.